сферу услуг. При перевозке грузов и пассажиров мы выстраиваем свою политику развития нашего предприятия именно внедрение новых технологий, современных технологий, в первую очередь доступных и понятных. Если мы говорим о грузовых перевозках и как составляющая развивается крытые склады, терминальная обработка, контейнерная переработка, хранение грузов, сортировка грузов. В вопросах пассажирских перевозок, в первую очередь пассажиры интересуют скорость, комфорт, доступность по цене и безопасность. И мы ставим задачу, чтобы связать Минск и все областные центры современным подвижным составом. Мы работаем с производителями, как пример, с компанией «Штадлер» по возможности выпуска здесь, в Беларуси, комбинированного подвижного состава, который может одновременно работать как на электротяге, так и на дизельной тяге. Также мы в рамках развития городских линий, снова ноября мы открываем очередной участок, это Минск-Рудинск, и уже параллельно мы начинаем работать, и завершается проектирование направления Смолевич. Параллельно мы сейчас практически мы уже вышли на проектные работы по связи Минского пассажирского с Национальным аэропортом. И, соответственно, в сроке 2014-2015 года будем реализовывать и этот проект. Интересно, на самом деле, посмотреть не только ту технику, которая эксплуатируется здесь, в Беларуси, а это, например, новый электровоз китайского производства. У нас таких электровозов в России пока нет. Ну и вот этот маленький маневровый тепловоз, о котором вы сказали, это тоже очень интересный продукт. Пока их всего 4, но я так понимаю, что в этом году уже будет выпущено еще 16 экземпляров. И, в принципе, он может быть задействован в том числе и на российских железных дорогах, когда будет удовлетворен полностью спрос здесь, в Беларуси, потому что по своим экономическим характеристикам, энергоэффективности, да и вообще эргономике для машиниста, он, конечно, серьезно выигрывает и не только у там, российских, но даже у международных иных стандартов. Очень интересный белорусско-польский проект, такой матрицы, вагона. Он может быть востребован в том числе и на российских железных дорогах, потому что уже, так сказать, мы чувствуем, что надо думать об экономике пригородного пассажирского сообщения. Объем государственной поддержки либо остается на прежнем уровне, либо постоянно сужается. И, конечно, здесь железнодорожники вместе с муниципалитетами, да и губернаторами должны, конечно, думать о том, чтобы экономить каждую копейку. Поэтому такой современный подвижной состав, очень комфортабельный, кстати, и очень удобный в эксплуатации, я думаю, что может быть востребован и на наших железнодорожных путях. Самый лучший партнер у нас белорусская железная дорога. У нас традиционно с давних времен очень прекрасно сложились хорошие деловые и даже человеческие отношения. Это очень важно. И добрососедство это с давних времен. Исторически даже, я думаю, сложилось это все. И поэтому на сегодняшний день, я думаю, даже вот пребывание вот этого короткого времени, первого дня, мы уже обговорили разнообразные проекты, некоторые подписали. Я думаю, что для наших дорог самое главное, чтобы нас всегда как успех был и в безопасности движения, в разных других вопросах. Экономика и грузы – это наша ежедневная проблема. А если мы это все проблемы совместно решим и начнем
внедрять самые новые технологии, вкладывать деньги в эти технологии, которые мы на сегодняшний день все делаем, значит, это будет хорошая перспектива и залог на другие проекты и на нашу стабильную работу. 10 лет назад, когда я начал работать в Министерстве транспорта Литвы, мы совместно с Белоруссией, с Минтрансом Белоруссии создали рабочую группу по транспорту. И я радостно могу отметить, что за этот промежуток времени от среднего 3-3,5 миллиона тонн в Клайпеде мы сегодня имеем 11 миллионов тонн белорусских грузов. Это большое достижение, и, конечно, без участия белорусской чугунки этого достичь не было никакой возможности. Выставка проходит достаточно успешно. Мы подписали только что соглашение с компанией «Пласка» и «Украина» об организации информационного обмена в сообщении грузовом, которое позволит нам сократить время перемещения товаров как минимум на несколько часов по каждому поезду, который прибывает на нашей передаточной станции между Украиной и Белоруссией. Благодаря использованию современных технологий мы можем предоставить клиентам совершенно новый уровень решения. Это клиенты могут, не выходя из своего офиса, делать заявки для перевозок, на сайте в публичной форме видеть тарифы, пользоваться ими, отслеживать движение этого поезда.